Я приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу предоставить вашему вниманию небольшой обзорчик сварочного инвертора Quasarus 210. Его я буквально недавно приобрел и хочу открыть коробочку, подключить его, попробовать, как он варит, и ознакомиться с его основными характеристиками. Но перед этим я вам хочу показать еще один сварочный аппарат. Вот такой вот сварочный аппарат я вам хочу показать. Аппарат из прошлого века, ему больше 30 лет. Кто догадался или пользовался таким, ставьте лайки, пишите комментарии. Я расскажу, из чего он был сделан. Сделан был из понижающего трансформатора в те времена, когда в магазинах еще не было такого разнообразия инструментов. Здесь вот, как вы понимаете, кнопка включения. Вот они, держаки. Внутри там находятся три здоровенных катушки. Мне его делали электрики. Я подразумеваю так, что они просто перекинули провода. И у меня получился сварочный аппарат, которым я и до сих пор могу пользоваться. Он меня здорово выручил. Им сварены две теплицы, забор, решетки на дом и еще много-много-много разных вещей. Так что вот такой вот реалитет я хотел вам показать. И почему я стал выбирать другой сварочный аппарат, потому что этот мне тяжело носить, передвигать, и я решил купить что-нибудь полегче для дома, для дачи. Ну вот краткая характеристика реалитета. Теперь переходим к новому сварочному аппарату. Перед тем, как вскрыть коробочку, я хочу почитать, что написано на самой коробочке. Технические характеристики. Напряжение питания 220 плюс-минус 15%. Минимальное напряжение 140 вольт. Напряжение холостого хода 66. Диапазон сварочного тока от 20 до 210 ампер. Так, ну это вот основные такие. Здесь полный текст я читать не буду. Но область применения в бытовых условиях, на даче, в гараже, а также в небольших мастерских. Все, чтобы долго не задерживать, берем вот такой солидный ножичек и открываем коробочку. Так, вот он сам аппарат. Так, это, я понимаю, плюсовой держатель электрода. Он довольно-таки не длинный, чуть больше метра. Вот такого плана это для электрода. Это у нас земля. Сейчас мы это все вытащим, подключим. Так, вот он сам сварочный. Его можно носить на плече. Короче говоря, взял подмышку и пошел варить. Так, вытаскиваем его из коробочки. Вот он у нас такой вот маленький. Здесь у нас инструкции, гарантии. Ну, сейчас основные особенности мы, конечно, почитаем. Так, ну вот и все. Сейчас вот такого плана он у нас вообще легкий. Сейчас я посмотрю, сколько он весит. Вот его технические характеристики. Вот посмотрите, кто видит. Так, ну вот. Что у нас на передней панели? Ну тут, здесь понятно, подключаем плюс-минус, здесь ставим сварочный ток. Вот здесь по-английски написано, если я не ошибаюсь, сила дуги. Тут тоже ее можно устанавливать. Индикатор питания, индикатор перегрева. Вот поближе. И сзади
вентилятор охлаждения, то есть кулер, тумблер включения. И в принципе все, разбирать я его не буду, он новый. Сейчас я подключу его к сети и попробую им поварить. И вам покажу. Что касается инструкции по эксплуатации. Основные характеристики я назвал, но хочу вот дополнить вот чем. Вес нета 2,9 килограмма, даже 3 килограммов нету. Он очень легкий, этот инвертор. И еще что хочу, самое главное сказать, какими электродами можно варить. Варить можно электродами от 1,60 миллиметра до 4 миллиметров. То есть можно варить двойкой, тройкой, четверкой. Вот такими электродами. Здесь показано, как правильно варить, как неправильно варить, как надо варить. Ну вот и в принципе тут вроде бы ничего интересного нет. Да, вот я еще вот что хочу сказать. Длина вот этих вот проводов, земля и для электрода, 1,3 метра. Вот. Еще добавлю, вот что, данный сварочный инвертор я выбирал на сайте магазина. Меня интересовала ценовая политика и технические характеристики. Я их сравнивал, и для меня оптимальным вариантом стал вот данный сварочный аппарат Quasarus 210. Так, ну вот, вроде бы настроился на сварочные работы, чтобы были более понятные размеры сварочного аппарата. Вот спичечный коробочек для сравнения. У меня в наличии есть два сорта электродов. Троечка вот такого плана. Васино-Островский электродный завод и Арсенал вот такого плана. Сейчас будем пробовать и тем, и тем. Сперва возьмем Арсенал. Сразу хочу сказать, я не профессиональный сварщик. Можно сказать, сварщик-любитель, самоучка. Ну, типа, вот могу и варю. Сейчас попробую прогнать шов. Ну вот так вот горит электрод, довольно-таки неплохо горит. Опять-таки скажу, что тут шов не профессиональный, я вот как могу, так и варю. Сейчас попробую синий электрод. Ну факт тот, что сам сварочный аппарат работает. Сейчас вот возьму такой синенький, им попробую. Ну, вот так вот у меня получилось. Мне самое главное, что сварочный аппарат работает, варит. В процессе работы наберусь опыта, навыка. И думаю, все у меня получится. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас видеть на своем канале. Все, всем пока.